Укрепляли здоровье и корпоративный дух. Субботним утром ивановские прокуроры устроили лыжные гонки. 15 девушек и 30 мужчин привычные мундиры сменили на спортивную форму. Дистанция для любителей весьма солидная – 1,5 километра для женщин и 3 километра для мужчин. Настрой участников боевой, ведь победителей ждали медали, грамоты и кубки от главного прокурора региона. Учитывая, что у прокуроров, во-первых, работа очень напряженная зачастую, ну и потом такая малоподвижный образ жизни, тем более это является показательным, вот такие соревнования, и позволяет человеку быть в тонусе и в физической хорошей форме. И кроме того, у нас даже предписано приказами генерального прокурора проведение соревнований. Называется концепция воспитательной работы. Все это как бы вот нами хорошо исполняется.